Опять я вдаль шагаю, а навстречу мне рассвет. Эх, кукушечка, кукушка, прокукуй мне 200 лет. А вы мне погадайте. Вам? А что вы хотели бы узнать? Ну, скажем, когда кончится война? А принципы не шашлык, не витамин В12, не грелка. Некоторые чудаки ради них жертвуют обедом. Бывает плата и подороже. В 41-м под Вязьмой мы с тобой это хорошо понимали. Сейчас меня занимает больше всего проблема, как можем при помощи физической химии приостановить процесс оглупления масс. Трудно стало работать. Столько развелось идиотов, говорящих правильные слова. От людей на деревне не спрятаться. Нет секрета в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься. В стороне от придирчивых глаз. Выпить хотите? Нет, спасибо. Что, вообще не пьете? Боюсь, что вам известен мой любимый коньяк. Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он любит русский коньяк больше всех остальных. А ежели ничего не остается, кроме как умереть? Что же, коли нужно, я сделаю это не хуже других. Фрау Заврих, у меня идея. Так я побежал за шахматами. Нет, нет. Дело в том, что у меня дома есть ветчина. Что есть? Отличная ветчина. Вы шутите? Нисколько напротив. Я намереваюсь пригласить вас к себе в гости на ветчину. Ой, Господи. Нас перебросили сюда. Я пока при штабе. Мне пора. Как? Куда? Понимаешь, это за мной. Что это за машина? Это машина из госпиталя. Я там... Нет. Я тебе не могу объяснить сейчас. Ты понимаешь. Что случилось, Маша? Кроме войны ничего.